Это же красиво, когда ваш дом стоит на сваях. Потому что самое забавное, для чего мы все это дело делаем. Да, мы проживем, но пока мы все это дело сделаем, нам уже будет примерно ближе к 60 годкам. Сколько мы сможем прожить? Ну, 10 лет, это если хорошо еще получится. А так мы, в принципе, все это дело даем кому? Нашим детям. Наши дети будут тоже думать своей головой. И возникает вопрос, что мы им продаем? Мы им продаем качественное место, которое будет цениться с годами. А на этом качественном месте гораздо проще построить дом именно на сваях. Уж никому не понадобилось, так его разбирается. Он сколько строит, столько и разбирается, поверьте мне. Вы не видели, как разбираются стандартные дома? Сейчас вы все это дело увидите. Вы не видели, как падают дома на фундаменте? Это я вам сейчас тоже продемонстрирую. А на сваях ничего не падает. Вот так или примерно так разрушается дом вашей мечты. Это просто ваш дом. Он устал от вас и никому не нужен. Вот так разрушается ваш понтоватый фундамент от влаги. И нет вашей кладки. Я малость доведу до сведения, что Магнитогорск – город в предгорьях, но по части он на болоте. Ну, чтоб вы доехали. Московская, 18. Дом на болоте. Московская, 18 и Ленина. Вы 100% там проезжали. Уже новый построен. Дом на болоте. Может быть, что-то будет по-другому? Я не знаю, и проверим. Что насчет его фундамента? Он закладывался во времена Хрущева. Ну, такие дома везде стоят, но как-то не получилось. Другая цель, которая, естественно, вам нужна. Это либо цельно залитая и максимально глубоко внедренная с сокольным этажом конструкция, или Московская, 18. Так-то, в принципе, домов-то много разных, уже разобранных. Не простояли более 70 лет. И все-таки прекратим или переменим тему. Тема другая. Тема свай. Не вкатывайте, а зря. Мирный, Якутск, Норильск. На чем? На сваях. И самое главное, что первые этажи при морозе – это красота. Для самых тупых пройдите и посмотрите. Я там был. Я это видел. Просто дома на сваях без опалубки. Мягко говоря, в Якутске мы в таком домике, там был не просто дом, там был бассейн. Мы там просто замечательным образом купались. Это был огромный большой бассейн. В смысле, по домам просто сваи, как здесь. Дом на сваях. Одна свая держит 10 тонн. Не доезжаете? Надо доехать. Я не буду втирать про время. Сюжет 7 минут. За 15, не торопясь, две сваи. Эти дома от 9 до 20. Зная, к кому обращаться, 2 часа работы, 1-2 залива раствора внутрь, и вот вам фундамент. Ну-ка расскажите, кто сделает быстрее. Теперь давайте переговорим о фундаменте дома в 350 квадратов. Так вот, весь фундамент дома в 350 квадратов вам выполняется за 5 часов. Весь! Что-то стало сложно? Так оно и есть. Ну, давайте пересчитаем на деньги. Ну, примерно. Весь фундамент вашего дома на 350 квадратов за сумму менее 100 тысяч рублей. Обаньки. Меньше, дешевле. Это примерно цены со сваями. Без свай? Ну, 12500, может быть, чуть побольше работы. Меньше, дешевле. Работа по внедрению свай. Мозги-то на месте. Если сами не в состоянии, доплата в эту же контору. И все. Я вас, наверное, удивил. Это не просто замечательно. Это изумительно. Такие быстро возводимые конструкции, и ваша коробка собирается за месяц. Вот вам телефон, вот работа. Ребята, мужики, не тупите. Свое оно и в Африке свое. А время на внедрение свои часы, а не месяцы. Я не знаю про цемент, но мне кажется, да мне не кажется, что сваи и прочнее, и удобнее.
А если уж когда-нибудь, ну внезапно случается просадка, то 5-тонный домкрат вам в помощь. К слову, есть домкраты и 40 тонн. К слову, можно и по 100 тонн. К слову о том, что домкратами перемещаются целиком дома. К слову о том, что вы эти дома должны были видеть. К слову о том, где вы это не видите, но вы должны были это посмотреть на National Geographic или Discovery. В принципе, наши дома также двигаются. К слову о том, что на дворе второе десятилетие века 21-го, а там очень много различных и современных конструкций, позволяющих делать чудеса. И даже я ничего не буду говорить, потому что человек сделал, человек уехал. Свои вот две штуки он вернул, грубо говоря, за пять минут он эти дела опустил, понимаете, это ровно 5 минут. И давайте все-таки определимся, что когда вы ставите дом на сваях, во-первых, как только вы заказали сваи, как только вы сваи вернули, ваш фундамент уже готов. То есть, в принципе, весь фундамент вашего дома это делается за несколько часов, весь фундамент, а потом вы строите все, что хотите, качественно строите. И самое главное, что если уж что-то внезапно пошло направо или налево, такие вещи тоже случаются, поверьте мне, это наша жизнь, то в принципе целиком весь ваш дом поднимается обыкновенными домкратами. Просто поставили 3-4 домкрата и немножечко приподнимаете, и он ровненько поднялся. А, какая интересная тема. А тема, про которую я вам говорил, вот эти штуки, которые вам сваи внедряют и делают, они не только этим делом занимаются, вы уже должны были посмотреть, я надеюсь, вы все так прекрасно видели. Но тем не менее, вот он в конце, грамотный сюжет, куда вы можете позвонить и получить больше удовольствия. Это идеал. Другого варианта я пока еще не видел.